А это знаменитый фотостоп по Тимуидже Пачкоре. Настоящие волчьи шубы. Турист обожает делать фотографии, накинуть на себя, представить себя чабанами, колпак. И потом взять камчу, пойти поговорить с женой, показать, кто дома хозяин. Ну и путешествовать неплохо, особенно если на Сунгуль отправляется, потом не очень скучает по этой шубе, если прохладно ночью. Наши гиды приезжают по Тимуидже в ее замечательный музей-магазин в Пачкоре. Мы их любим разыгрывать. Есть вот такие штучки. Мы даем их туристу и предлагаем угадать, для чего они используются. Естественно, турист пытается щегольнуть своими знаниями, начинает покуривать, показывать, как будто он там поджигает и так далее, в губы берет. Мы берем его телефон, фотографируем, снимаем видео, как он входит в роль. И потом уже гид начинает ему объяснять, что это шимек. Оно используется для бищиков, когда маленьких младенцев связывают ножки аккуратненько тряпочкой, мальчикам одевают это на мужской орган, девочкам прикладывают их органам, и все это уходит у нас вниз в специальные баночки. Вот, кстати, бищик, кто не знает, кто нас смотрит, не из Кыргызстана, ребеночку подкладывается сюда, и получается встроенная канализационная система в кыргызский бищик. И турист начинает понимать, что он брал сейчас в рот, и что он это поцеловывал, подкуривал и так далее. Получается эффект маленького шоу, и турист расслабляется, понимает, что здесь его пытаются еще и увлечь, развлечь в Кыргызстане, и недовольных еще не оставалось. Делайте классное шоу, развлекайте туристов, пускай Кыргызстан будет действительно незабываемым.